Лель, я хотел позвонить ей. Просто. Здравствуй, Леша. Шелеша. Я все верну. Как дело было? Ты все проиграл, рискнул, занял у меня денег. 2 недели прошло, трубку ты не берешь. Сбежать от меня пытался. Не перебивай меня. Ты меня от утреннего Джо отвлек. Скажи, что я на дурачка похож, а? Да. Ага. Ты занял у меня денег. Сколько? 800. Через неделю отдашь мне все. Плюс неустойка за дисреспект. Сколько получилось? 2 240 200 рублей. Чего, блядь? Да, вот еще что. Если ты вдруг решишь исчезнуть, вот эта милая девушка может приболеть. Кто это? Вон отсюда, нахуй, чтоб я вас не видел, блядь! Братан, ты же знаешь, я как Ланнистер. Я всегда... Твою мать! Ебо! Шуточки за 300. Десятка баксов всего. Антох! Вот же сука! Дим! Привет, мэр. Как сас? Я нормально. Прям замечтательно. Слушай, выручай. Да, деньги нужны. Чтоб не заявляться сюда больше, мразь! Что случилось-то, Оль? Да ничего не случилось! И вот что случилось! Вдруг твой лев приходил! Да ничего не случилось! Что случилось? И вот что случилось! Хорошо. И я, они приходили ко мне домой, не знают, где я живу! Хорошо. Оля, я тебе все объясню, не надо, пожалуйста, сука! Оля! Детка, солнышко, пожалуйста! Только не ну, вот я тебя прошу, любимый, не надо, я тебе... Лель! Твою мать! Голубурда, привет. Моцарт звонит. Надо встретиться. Ничего себе. Козырно. Выглядишь. А ты не очень. Не изменился совсем. А мы же русские для вас, все на одно лицо. Типа там. Угу. Ты меня с ног до головы обосрал. Тебе только показалось. Ага. Ну ладно, я все понимаю. Я бы на твоем месте даже пожестче прошел себя. Угу. Ты усадьбу Ману отжал, что ли? Это тренировочный лагерь команды. Будки. Ага. А там что? Там огон. Там ребята играют, тренируются. Пойдем посмотрим. Подожди, без меня к ним не заходи, испугаются. Захожу на ганг. Воин, двигай на мид, слоупок кусок. На подходе. Руки в руки, бегом! Да вы мне сейчас всю катку заруините, слоупок кусок. Где гроды?